Урок 4. Основные опции меню Config. В этом уроке мы рассмотрим основные опции программы, с помощью которых можно оптимизировать Virtual DJ согласно индивидуальным предпочтениям. В закладке Skin можно выбрать одно из оформлений рабочего пространства, а также язык программы Virtual DJ. В закладке Video можно настроить порядок воспроизведения видеофайлов. Закладка Options обладает наиболее разнообразным набором опций, из которых выделим следующие. Параметры Jog Sensitivity регулируют скорость вращения джога и являются особенно важными при использовании скретчинга. Reset on Load. Будучи активными, эти параметры сбрасывают настройки скорости и эквалайзера при загрузке нового трека в проигрыватель. Весьма полезной функцией является Auto Gain. Она автоматически изменяет громкость новой композиции, делая ее равной громкости играющей композиции. Также следует включить функцию Echo in Headphones, присвоив ей значение Enabled. В противном случае любые изменения частот, сделанные при помощи эквалайзера, не будут слышимы в наушниках.